Всем привет! Видео о том, как поменять салонный фильтр на автомобиле Ford C-Max 2001 год. Двигатель 1.6 дизель. Для этого я вам рекомендую снять педаль газа. Там фишка остается от него. Вот она. Педаль газа снимаем. Там 4 гаечки на 6, грань на 10. Отсоединяем, убираем, так намного проще. Потом откручиваем винты, вот такие. Ключик на 7. Затем снимаем лючок. Я его открутил уже. И вытаскиваем оттуда фильтрующий элемент. Короче, не пытайтесь снимать фильтр без снятие педали газа, потому что это большой геморрой. Вы потратите больше времени и сил, и потом вернетесь к этому варианту. Так же само проблема снять, это еще не проблема, а проблема установить новый фильтр туда, вот как бы будет сложность. Вот. Снимаем этот фильтр, выбрасываем и все собираем в обратной последовательности. Еще забыл один момент. Обратите внимание, стрелки Airflow — это движение воздуха на фильтр. То есть, когда будете вынимать фильтр, обязательно посмотрите, как они стоят. Ну, у меня стояли вот так. Так я их и поставил.